Всем привет, дорогие друзья, с вами Заработок в интернете Goldmoney TV. Поставь лайк, подпишись на этот канал, добей мою цель. 1000 подписчиков, вы будете моей мотивацией, ребят, пожалуйста. Этому каналу скоро исполнится 2 года. До лета осталось совсем чуть-чуть. Я хочу хотя бы до своего дня рождения, до 21 год. Я хочу, чтобы было у меня хотя бы 1000 подписчиков. Сделайте эту цель до 17 октября, я вас очень прошу. Это будет для меня мотивация. Это просто мотивация. Вы набрали столько просмотров. Ну, я знаю, что 69% людей смотрят меня без подписки. Это примерно 690 человек. Что для меня даже это будет приятно. Вы подпишетесь, и все. И от вас больше ничего не требуется. Вы будете моей мотивацией на всю жизнь. Ребят, пожалуйста, сделайте эту цель. Я не могу добить ее уже около года. YouTube подписывает подписчиков, которые подписываются на меня с других каналов. Это очень плохо. Это очень плохо. Возможно... Если я не добью эту цель, этот канал будет продаваться другому человеку. Я не буду больше записывать заработки в интернете, и это будет все очень плачевно закончиться. Не будет игр здесь выходить, не будет никаких open кейсов. Пожалуйста, ребят, подпишитесь. И не будет непосредственно, если вы не добьете эту цель мне, то я удаляю. Либо же продаю канал, скорее всего продам. Потому что я не хочу терпеть вот это вот назло, то, что вы смотрите без подписки, это очень плохо. Вот ты смотришь, вот подпишись, нажми просто на красную кнопочку подписаться. Subscribe, please. Так, а мы пошли по заработку в интернете. Называется сайт workall.ru, там мы зарабатываем на приглашение людей на работу, например, сети мобил, Яндекс.Еда, оформление карт различных, вот. Получаете денежку за их ней. За их оплаты, там, например, они заказали карту, вы получили денежку. В сумме это 800 рублей до 3500. Я заработал уже 5000 рублей. Вывести их столько смогу на Альфа-банк, либо же Росфайзенбанк. Переходим на заработок в интернете. Называется он workall.ru. Чтобы вам не врать, я обновлю страничку и покажу то, что это мой настоящий баланс. Так, ребятки, подождите, сейчас вот так вот делаем. Идем дальше сюда, вот видим на счете 5000 рублей. Например, вот эту ссылочку нажимаете подробнее, если вы хотите зарабатывать 1000 рублей в день, нажимаем подробнее. Ну не 1000 рублей в день, но если человек устроится за день, то вы заработаете 1000 рублей, вы сможете вывести сразу на карту. Например, читаем описание сети мобил, это современный сервис такси, заработать 1000 рублей за первую выполненную поездку вашего водителя. Вознаграждение 500 рублей за первые 5 подключенных водителей в месяц, оплата за последующие сделки 1000 рублей. Требования к водителю: стаж вождения 3 лет. Важно, перед отправкой заявки водитель должен быть проинформирован о передаче его контактов в сети мобил. Вот что вы должны указать и знать дальнейшие шаги для трудоустройства. Посмотрите вкладку «Процесс обработки заявок». И дальше обратите внимание, принимаются водители из Москвы и Московской области на аренду и на своем авто. В городах Санкт-Петербург, Красноярск, Казань, Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Ярославль, Ростов-на-Дону, Краснодар, Пермь, Саратов, Волгоград, Нижний Новгород, Воронеж, нам только на аренду. И если кто-то с Краснодара, ребят, я сам с Краснодара, прошу краснодарцев подписаться на этот канал. Тут будет выходить много роликов по этому видео, по этому сайту будет выходить, как я буду водить отсюда деньги, большие. Вот есть... С чего начать можно? То есть вот это описание я оставлю, вот, вы читаете, и вот нажимаете «Предложить клиентам», и распределяете эту ссылку ВКонтакте, Facebook, Twitter. Они после чего переходят по этой ссылке сами, оформляют заявку на сети мобил там, чтобы устроиться на работу, и вы получаете с этого человека халяву. Это халява, ребят, заработать здесь может каждый, вообще изи дело, заработай тоже. Чтобы вывести деньги, нажимаем дебетовые карты. Вот, и там будут оказываться у нас дебетовые карточки от Альфа-банк. Ваш доход составит 850 рублей. Если вы закажете карту эту, или ваш друг, к примеру, заказал, он вам дает свои координаты этой карты, вы указываете ее в реквизитах и потом сохраняете. И вывод здесь в два раза быстрее, всего 15 дней, да? За 15 дней, а то и раньше у вас выводятся эти деньги. 850 вы уже сможете сразу же вывести. То же самое, заказывайте карту, оплачивать ничего не надо, она приходит бесплатно, курьером. Если вы на карантине сидите, это полюбас, потому что банки сейчас не открыты, практически все не открыты. Сбербанк, возможно, открыт, но только если оплачивать в терминалах, и все. Вам приходит курьер, отдает карту, вы подписываете договор, и все, и в принципе за нее платить вам ничего не надо. Это бесплатная карта, советую вам ее оформить, и вы можете выплачивать сразу эти деньги со своего баланса на свою карту.
Вот, Райффайзенбанк. А хотя, да, я ошибся. Тинькофф можно заказать, но здесь, как я сказал, выводы на Альфа-банк и Райффайзенбанк. Вот, это ваш доход станет 200 рублей. Это дебетовые карты. И вот, если чем больше вы карты оформите, тем больше заработаете. Имейте в виду. Даже дебетовые карты от МТС банка. Викит это от МТС банка. Даже Сбербанк есть. За оформление карты, например, Сбербанка. Где она тут? Вот, вы получаете 200 рублей. Это все дебетовки, они очень бесплатные. И, заказывайте карту, зарабатывайте деньги. Ссылочка ниже под видео в описании, в закрепленном комментарии. Сейчас я вам покажу еще второй заработок. Я на нем уже вывел пятый раз. Это, ну, не пятый раз, короче. Видите, вот эта вкладка высветилась, это globus.ru. Ладно, ну, давайте сделаем так. Если это видео наберет 15 лайков, я выставлю второе видео о globus.ru, где вы сможете понять суть заработка. Это очень офигенно, я все спокойно говорю, и поэтому видео будет выходить каждый день. На каждом видео набирайте 15 лайков, на каждом видео набирайте по 100 просмотров хотя бы, ребят. Мне очень нужна ваша активность, потому что ее давно уже не было. И подпишись на канал, сделай мою цель 1000 подписчиков. Краснодарцы, подписывайтесь, кто из Краснодара, из Краснодарского края. Прошу подписаться на мой канал, зарабатывать вместе со мной можно. Также у нас моя группа ВКонтакте, ниже под видео будет в описании. Там будет группа ВКонтакте по открытию кейсов CSGO, но не только. Там, короче, халява только вас ждет, потому что там только халявные скины будут разыгрывать летом. Летом будет очень много халявы, халявы будет около 1000 скинами. Но это будет прям очень жестко. Все, ребят, удачи, всем пока, до свидания. С вами был Gold Money TV, заработок в интернете и Open Case Casper. До свидания.